Привет, с вами Бесужин. И сегодня я попытаюсь разгадать тайну этого места. If only I had wings. Когда-то оставил я сообщение здесь. И вот настало время, когда я обрету эти крылья. Подобимся вот этой статуе, точнее чьим-то останкам, и будем ждать. Долго не пришлось. Кто же нас туда унесет? Гигантская ворона? Надеюсь, не опять те крылатые демоны. А, даже не показали. Интересно. Вау. Ясный день. Как это необычно. Я в каком-то ущелье, дна которого не видно. Хо-хо-хо. Чудесно. Вау. Какие тут краски. В общем-то, это оказалось правдой, примерно как в Bloodborne. Анимация открывает секреты. Так, это корни или чьи-то крылья? Вроде корни. Кто-то складывал камни. Значит, место обитаемо. Ага. Вот и жители. Ха. Какая-то крепость. Слушайте, это не змея? Да, это, по-моему, змея из Zen Fortress. Души. Туман. Интересно, можно увидеть то место, откуда мы пришли? Хм. Удивительная локация для Dark Souls. Вау. Так, чувствую, эти статуи могут ожить. Упс. На этих камнях высечены какие-то надписи. Арк Драгон Пик. Ой. Так, ну враги, по крайней мере, не сильно толстые. Невероятное место. Очень красиво. Так, а эту башню где-то мы уже видели. Вопрос где? Почему-то у меня ассоциация с Волосилом возникает. Но архитектуру остального строения... Слушайте, они... Не драконь ли это крепость второй части? Ну вот эта архитектура мне не знакома. Хм. Кстати, там дракон сзади. Вау. А это что такое, снег что ли?
такое интересное у них вооружение. Гигантские шателлы. Так, их там уже больше. Луна. Ха! По-моему, это первый раз, когда мы видим Луну в серии Dark Souls. Так, не время смотреть в бинокль. Косточки. В принципе, мне они уже не нужны. Lightning Gem. Вот подобных локаций не хватало в Bloodborne. Конечно бы, наверное, он изрядную долю мрачности при этом потерял бы, если бы они там были. Но, блин, как же это красиво. Вуаль, нашей героине подходит под цвет местного неба. Так, там был лифт. Надо сначала разобраться с пиромантами. Так, ну поодиночке они довольно слабы. Группы могут доставить неприятности. О, чанг. По-моему, мне надо еще два куска. Красота. И любят же они прятать такие чудесные локации, а? Так, нет, я проверю. Я, кстати, сейчас играю в офлайновом режиме, потому что у меня куда-то интернет пропал. Поэтому подсказок про иллюзорные стены я не увижу. О! Bonfire. Возможно, и похоже на Драконий замок со второй части. Не помню, как он назывался. Хотя его окружали гигантские столбы земли. Здесь я этого не вижу. Они, конечно, все могли рухнуть. Либо это вообще совсем другое место, не имеющее никакой связи друг с другом. А, отлично. Так, я быстренько проверю лифт. Скорее всего, это был срез, судя по всему. Да. Я все не могу перестать удивляться наличию этой локации. Карту нашей Луны я, к сожалению, не знаю. Но... Нет, все-таки другая.
Да. Здоровенное место. Интересно, кого мы тут увидим, помимо драконов и змей, хотел я сказать. А вот и ответ. По-моему, это не змея. И, возможно, они хотели устроить мне засаду. Хорошо, что я зашел с этой стороны. Либо очень здоровый змеюка. Да. Ну и тесак у тебя. Давай. Yes. Серьезно, противник. Ну, кстати, на Zen Fortress это место не похоже. Так. 6. Блин. По-моему, мне как раз 6 и надо было. Или 8. Чудесная погода. Надеюсь, поклонники игры смогут вскрыть ресурсы игры. Я бы посмотрел на другие локации под этим небом. Это было бы замечательно. О, можно открыть. Надо же. Колокол. Так, есть путь через врата. Проход в сторону. Быстро он успевает кинжалами. Lightning Clutch Ring. Повышает урон от электричества, но понижает защиту. Какие-то интересные статуи пошли. С шарфами. Как же все это невообразимо загадочно смотрится. Описание такое же. Так, а вниз нельзя было упасть куда-нибудь? Вроде нет. Что это у меня за значок под стаминой рядом со стрелочками? Наверное, от кольца заключенного. А место кто-то пытался восстановить, раз строительные леса остались. Так. Ancient Wyvern. Ха. Не дракон, а Виверна.
А кто меня сейчас добил? Огонь, что ли? Надо будет попробовать прятаться за статуей. Древний Виверн — это плюс в теорию о том, что это место из второй части. Там-то их было немерено. Блин, как же там место это называлось? Же на так. Ха. Сообщение от разработчиков. Бежим куда-нибудь. Кажется, это тупик. Так, нас заметили. Надо забраться куда-нибудь повыше. Ха. Щит Adjudicator'а с Demon's Souls напоминает. Вау-вау-вау. Так, они все померли. Отлично. Вот это необычный бой. Такого тоже в душах еще не было. Наверное, надо было в колокол ударить. Применяй уголь. Лишней жизни не помешают. Ха. Вау, это место здоровое. Ой. Так, посмотрим, что здесь тогда. Убивают. А. Так, ну это путь в обратную сторону от Фиверна. Ха. Интересно. Очень интересный дизайн. Кстати, я там пропустил сокровище. Черт. Придется забрать. Чуть не упал. Блин. Какая хорошая ловушка. Я-то думал, этот пироман спрыгнет ко мне. А он начал стрелять.
And Ancient Dragon Great Shield. Опять я попался на это. Он меня все-таки задел. Я даже этого не заметил. Видимо, поезд сыграл свою роль. Ха, посмотрите. Он помер от падения. Какая красота. Майнсерпен хачет. Так, может, прольется свет на их прошлое. Hatched with Serpent Man, Guardian Agar, Dragon Peak. Has a unique, broadly curved blade, what can sneak past shields. Так, и щит. A wooden shield bearing the image of an ancient dragon. Very slow regenerates HP. Но я говорю, HDK это shield из Demon's Souls. The painting is the result of an exquisite but painstaking technique. Lingering undying traces of ancient dragons can still be seen in their descendants when men serpents, for they have fallen far from grace. Skill, weapon, skill. Хм. Так, колокол не нажимается. Ну, правильно, что с нами церемониться? Легче выкинуть. Удивляют фромы. Молодцы. Блин, удар хвостом. А. Не то пью. Так, это тупик, что ли? Ха! Отлично. Супер нелепая ситуация. Через стену он не дышит. Уже хорошо.
Но получал я от этих змеюк. Так, тут была засада небольшая. Так, а здесь надо пробежаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Фуф. Везет пока. Давай, давай, давай. Супер героически вышло. Просчитано все было. Я просто не хотел быстро заканчивать с этой крутой битвы. Ну, решил дать шанс еще один этой выверне. Наверное, надо было с разбега прыгать. Ну, я так понимаю, пришел в правильное место. Удивительно видеть столько сообщений от разработчиков, причем одинаковых практически. Так, повезло. Engine attack, weakness head. Отлично. Фуф, Dragon Headstone. Так, что-то еще произойдет? Нет, не надо меня телепортировать. Ха. И где это мы оказались? Ага, где-то наверху. Супер интересно. Пожалуй, можно отдохнуть. Так. А душу я не получил, что ли? Виверна. А, я получил вот этот камень. Ха.
бонус есть от атрибутов, интересно. Stone imbued with the power of everlasting dragons. Use a secret rite by dragon worshippers. Gain the head of a dragon and emit dragon breath. A transformation was irreversible until death. Last who chooses the path of a dragon, strive for perfect imitation, and the dragon head rite is the first step in this grand process. В общем, у нас есть голова и тело. Ха. Опаньки. Отлично. Это Drakeblood Greatsword, точно. Я думаю, знакомая броня. Эй. Вы бесконечные, что ли? Вы же все в шульву отправились. А. Блин, нет, так дело не пойдет. Я слышу какой-то колокол, видимо, он их вызывает. Ага, вижу. Там какой-то колдун. Так, минус колдун. Фу. Так, а вот у него здесь горят свечи. А, они у всех горят. Хм. Много же тут было последователей драконов. Ага, это, видимо, наш лифт. Очень странный срез, честно говоря. Аж буквально 2 метра до бонфайра. Может, это есть какой-нибудь секретик? Вроде нет. Не знаю. Не понимаю, когда так делают. Ставят два костра в 5 метрах друг от друга. Так, я вижу там еще одного. Ух ты! Это какой-то здоровый ящерец. Ха-ха! Ящерица, оно без кристалла, но все равно с чешуей. Интересно. Так, а был ли я внизу? Да, был.
Так, это кажется путь назад. Да. Древний дракон из первой части. Хм. Может, на храм можно что-то возложить? Вроде как нет. Видимо, надо полностью стать драконом и прийти сюда. Ха! Ну, Каламит он, кстати, не похож. A ring made from the orange eye of a calamitous dragon received double damage. This ring has no usable powers and is merely a symbol of dragon worship. A thing quietly passed down amongst its most fervent adherents, some of whom become convinced the task has been bestowed upon them as a sacred duty. Посмотрим, может, какой-нибудь эффект имеет. Нет. Это для челленджеранов, насколько я понимаю. Так, пусть наружу, где мы уже были, но ничего не исследовали. Хм. Почему-то это напоминает Bloodborne. Сколько тут всяких путей. Посуда прикольно позвякивает. Dragon Slayer Spear. Ха. Ornstein. Cross spear associated with Ornstein the Dragon Slayer. Ну конечно. A weapon of a god's imbued with a strength of lightning. Two-handed thrust would last with support of a cross and requires great might, but can pierce it deep into a flesh of dragons and send me a man flying. Lightning charge. Charge with spear at west to and very with lightning. When release both, with final thrust. Хм. То есть намекают, что где-то здесь Ornstein. И тогда кто был во второй части? Так, здесь я не был. Так и знал. Поспешишь, по бэшке получишь. Так, это лифт. Так, с этим помещением вроде все. У нас есть путь туда, но надо сначала разобраться с прошлой частью уровня, то есть вот с этим местом. Щитовик. Отлично зашло. Зайдем сзади к пироманту. Блин, кто? Ага. Отлично. Через текстурки нас наказали. Так, быстро разобраться с колдуном. С кнутом, оказывается.
тогда понятно, почему, что здесь делает Дрейкблад рыцари. Он их просто призывает. Возможно, это иллюзии какие-то. Но они тут явно полегче, чем в дополнение на вторую часть. Там они мне доставляли много проблем своим поездом. Два пинка. Так, пиромант меня не видит. На той стороне. Теперь видит. Блин. Так, надо сначала разобраться с волшебником. Чувак в засаде вообще меня проигнорировал. Так, там сзади еще один, судя по звукам. Блин. Фу. Надо будет не забыть обградить меч. Так, смотрим, что у нас здесь. А, сокровище. Так, а это куда ведет? Угу, обратно. Ого. Фуф, ну и проблему мне доставил. И ничего интересного с него не выпало. Так, здесь все зачистили. Еще раз сбегу наверх.
Да, кажется, все. Позируем для скриншотов. Красота. А, вот и засада. Так, странная лестница вниз. Непонятная. Еще раз проверю. Реально странное место. Так, там я был. А, ну оно позволяет увидеть то колечко, видимо. Так, я теряюсь в догадках, зачем это надо. Так, там змеюки уже разбрелись по всем руинам. Теоретически можно туда спрыгнуть. Сомневаюсь, что там что-то есть. Так, станковали чуть-чуть. Так, а этот закуток пустой. Вау. Это останки гигантского дракона, либо это вырезанные скалы. А это, видимо, наша финальная точка. Круто. Вот во второй части не хватало таких секретных локаций. Ха, странно, что щит не исчез. Тут скриншотить можно хоть каждую секунду. Нажимается. Интересно. В чем же предназначение этого колока? Может, надо стать драконом, прорычать? Деревянный мост. Интересно, туда забраться можно? Так, ну вроде я закончил исследование этого уровня. А, еще один деревянный мост. Ага, кажется, там сокровище.
О! А я-то думал, есть ли вообще в игре это колечко? Отлично. Я его надену вместо этого. С физическим уроном приходится сталкиваться гораздо чаще. Ring of the Night King for Ancient Legend. Increased physical damage absorption. The Night King was said to be lined with steel on the inside, such that even the talents of mighty dragons did him little harm. Так. Физически 22. Так, давайте протестируем. Хотя, в принципе, что тестировать? Так, нормально. Понадобится элементальная защита, надену то кольцо. Тупик. Вроде все просмотрел. Наверняка, конечно, я что-то опять пропустил. Так, здесь все, там все, там все. Ага, понял. Остаются строительные леса. Интересно, это только в этой части столько сообщений от разработчиков? В смысле, только в этом уровне? Я уж подумал, потому что я вышел в офлайн, то включился какой-то режим, который вместо онлайновых сообщений дает подсказки, заранее созданные. Было бы прикольно, кстати, если бы их становилось больше. Хотя, смысл их тогда прятать? Типа симуляция онлайн режима. Ну, подождите, а можно ли он туда спрыгнуть? Вот сюда. Наверное, нет. Очевидного доступа туда я не вижу. Так, остаются леса. Каких-то других ориентиров я не вижу. Какая волшебная тут атмосфера все-таки. Какая здоровая и красивая локация, а? Хотя, в принципе, эта битва немножко напоминает битву с Ложем Хаоса или с Королем, Драконом, Демоном, или как его там звали, в Демон Соус. Этакий пазл. Но прикольно, да. Единственное, что эта битва всегда будет проходить по-одинаковому. Хотя можно в рукопашку, наверное, завалить эту виверну. Можно и так попробовать. Да тут еще куча места. Так, пока спрыгивать не будем. Так.
Так, вроде все. Я так понимаю, твинглинг титанит в основном для щитов. Для чего он еще нужен, я не знаю. Так, сюда. Стене почему-то не подойти. Подозрительно. Эх, думал, нашел секрет, но нет. Так, ладно, возвращаемся. Сколько у меня там душ? 13. Нет, 136 тысяч. Тогда возвращаемся в Firelink. И остается один путь дальше в руины. А теперь здесь играет печальная музыка всегда. Кстати, свечи тут погасли, интересно. Видимо, я просто раньше не замечал. Вот это тяжело слушать. Ого. Берем, почему нет? Так, стоп. Два, два, три, два, два. Беру. Или нет? Вот где на троечку переходит, пока остановимся. Дальше все веру. Тон ее голоса тоже изменился. А, да, отдельная вкладка. Dragon King of Zalim. Ага, это была змея, которая раньше молниями стреляла в первой части, видимо. Впечатала беднягу. Кстати, по-моему, я меч нашел. Да. Great sword wielded by the Order of Knights who venerate Dragon Blood. This sword is blade engraved with script symbolizing Dragon Blood. Flicks magic and lightning damage. Хм. Да-да-да. Мувсет помню. Круто, кстати, его проапгрейдили. Более плавные движения стали. Вау, фантастика. Слушайте, мне он нравится. Отличные рубящие
горизонтальные взмахи. Слушайте. Кстати, я забыл заняться апгрейдом оружия. Ладно, буду иметь в виду. Скорее всего, попробую им воспользоваться. Там было заперто, да? Да. Вообще, на самом деле, пора заканчивать эпизод. Это была интересная часть игры. Мне очень понравилось. Не ожидал увидеть такую волшебную локацию. Промо молодцы. Порадовали. Ну а мы увидимся с вами в следующий раз. Неужели мы увидим Арштейна здесь? Кто его знает? Всего хорошего. Пока.